рассказывать про сибирскую артель, потому что, честно говоря, это то, что меня, ну, это то, что меня наибольшим образом вдохновляет сейчас. То есть, как бы, совершенно наибольшим образом вдохновляет. И мой проект, зовут меня Рубин Денис, я уже, ну, еще раз, 8-й или 10-й раз, как бы, рассказываю про сибирскую артель. Про сибирскую артель. И кратко, что это такое? То есть сибирская артель, это, у него несколько определений. Это питомник для выращивания бизнесов. Это закрытый клуб. Закрытый клуб, в котором люди встретились и объединились для того, чтобы поддержать друг друга в своих стартапах. То есть это сообщество, которое направлено на то, чтобы поддержать стартапера, ну, стартапера, слово стартап, в его движении, в его развитии, в его проекте. И понятно, что в стартапе самое главное и самое сложное – это количество, ну, это энергия. Потому что там надо вваливать много энергии, много что делать, и результата, то есть результат появляется значительно позже. И в этом смысле, то есть закрытый клуб или сибирская артель – это как раз вот такое вот сообщество, в котором люди поддерживают друг друга в развитии стартапов. И я сейчас хочу сказать, что мой поиск, вот уже 15-летний поиск, и с последние 7-5 лет абсолютно осознанно, я ищу такую систему или такие правила игры, в которых, то есть игра, правила, то есть там правило первое, правило второе, правило третье, правило четвертое, правило пятое, ну то есть правила игры. Как у любой игры есть правила, у любой игры есть правила, есть начало, есть финал, есть конец. И я ищу такие правила игры, чтобы человек, заходя в эту игру, читал правила. Ну, как люди начинают играть в игру? То кто-то сказал, есть такая игра. Человек приходит, какие правила? Правила вот такие. Он говорит, о, прикольно, мне интересно. Человек, читая правила, чтобы ему захотелось играть в эту игру, и играя в эту игру, у каждого играющего было на выходе было две вещи. Первое. Человек получал удовольствие и радость, играя в нее. Второе. Человек получал деньги на чтобы жить, ну то есть деньги в том количестве, в котором бы ему хотелось получать. И чтобы человек, получая удовлетворение, радость и деньги, двигался к своей, ну, самой заветной цели или мечте, или жизненной цели, или раскрывал свой потенциал, свой талант, то есть раскрывал что-то такое, что вот его больше всего цепляло. То есть фактически, и я хотел бы, чтобы вот это соотношение удовольствие, радость, деньги и движение к цели было стабильным. Стабильным это значит устойчивым по времени. Ну, устойчивым по времени для стабильным, устойчивым по времени, чтобы вот этот вот результат был каждый день для каждого участника. И я, честно говоря, правила этой игры, то есть можно сказать, что это бизнес. Кстати говоря, сейчас последние прям статьи пошли одна за одной, что вот бизнес с человеческим лицом, или его называют бизнес-модель, построенная на счастье человека. То есть, если я как бы 2 года тому назад, когда начинал про это говорить, это вообще как бы я нигде не встречал и не видел, то сейчас прям пошел уже вал статей, люди говорят, появляются такие вещи. То есть, и оно идет. То есть, и для меня сейчас вот этот вот вопрос, какими должны быть правила здесь?
И почему я сейчас говорю про это? Сибирская артель – это как раз один, ну, один из проектов, в которых я сделал первую прикидку того, какими могли бы быть эти правила, и использую, ну, и использую их, то есть использую их там. Я ищу абсолютные принципы, то есть я ищу такие договоренности, что я понял. Первое, эти правила и договоренности должны быть очень простыми, ну то есть простыми и понятными, простыми, понятными и действующими. Эти правила, то есть как бы, ну, простыми и понятными, чтобы их нельзя было трактовать по-другому, ну, по-другому. Первое, что я понял точно, это то, что деньги должны делиться здесь. Деньги должны делиться с, ну, со входа согласно процентам всем участникам. То есть процент участникам. И это вот первое правило, да? Это одно из правил, да. Ну, то есть как бы я понял принцип. То есть принцип – никто никого не должен нанимать. То есть первый принцип, который я здесь использую, человек не нанимает другого человека, в этом смысле нет зарплат. То есть нету такого понимания, когда один нанимает второго и платит ему за какую-то деятельность. То есть есть в этом смысле есть понимание, что есть клиент, ну, то есть тот, который платит в конечном итоге, и сумму, ну, то, за что платит клиент, распределяется на команду согласно заранее установленным процентам. Ну, по процентам. Это вот то, что я точно понял. Дальше я понял такую штуку. То есть второе, что ответственность в этой команде, то есть она не может быть демократией. То есть не может быть демократии в том смысле, что люди не должны искать истину, потому что демократия и поиск истины подразумевает в себе сразу зарождение внутреннего конфликта, конфликта отношений. И, соответственно, должна быть такая ситуация, что все люди должны быть здесь свободными. 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 Что означает свободными? Означает, что у человека не должно быть навязанных обязательств. Не должно быть обязательств, навязанных ему извне. То есть и у него эти правила должны подразумевать его свободу. Если человек захотел выйти, то есть он может это сделать без ущерба для себя и команды, в которой он был. Значит, правила должны быть такими, чтобы человек мог... Но если нет обязательств, то тогда что есть? Есть, что, то есть у человека, у каждого человека, когда он делает какую-то работу или труд, ему интересно же делать работу или труд, если он в этом специалист. То есть человек может сам брать на себя ответственность, в том, что ему интересно. Таким образом, не внешняя ситуация регулирует, что человек должен делать, а сам человек регулирует, за что он отвечает. И фактически, что происходит, ну то есть вот в этом понятии свободы, что я еще понял? Я понял, что у человека часто цели, внутренние цели меняются. Ну, то есть меняются, и они иногда меняются не подвластно ему самому. То есть, если сейчас человек, ему интересно вот это, и он прям загорелся, он это делает, прям роет, копает, то в какой-то момент он чего-то достигает в этой области, и у него пык, и выключается это внутреннее. Вот просто берется и выключается. И в этот момент человек попадает, ну, в наших текущих отношениях, человек попадает, ну, в западню. То есть он был вдохновлен, он раздал обязательства, он двигался, но потом в какой-то момент у него бах, внутри выключилось. Ну, выключилось и все. То есть он потерял внутренний интерес. И тогда правила должны подразумевать такую ситуацию, что человек говорит, я выключился. И команда говорит, ну, классно. И договоренности должны быть такими, чтобы человек, выйдя, не подвел никого.
И вот это я называю свободным, и вот это я называю ситуацию, чтобы сохранить вот это удовольствие и радость, чтобы сохранить удовольствие и радость, я понял, что она есть в тот момент, когда мы смотрим на ситуацию, как на... И вот здесь вот такое очень важное слово, которое называется возможность. И в этом слове, когда нам интересно, когда остается элемент непонятности, то есть элемент какой-то вот, ну, нестабильности, что ли, когда есть элемент риска, элемент непонятности, элемент изучения, элемент в отношениях, есть элемент, ну, чего-то вот непонятного. Заметьте, люди всегда офигительно, ну, классно идут на первую встречу. И первую встречу люди обычно приходят. Зачем они приходят? Они приходят за тем, что у них, гипотеза, что у них есть какое-то внутреннее что-то, они что-то ищут, и они идут за возможностью вот это вот найти то, что они ищут, хотя чаще всего сами не знают, что ищут. Это вот любопытство. Это такое вот как бы хорошее любопытство в хорошем смысле этого слова. И если отношения, вот эти правила игры выстраивать таким образом, чтобы каждый человек предоставлял другим возможность для поиска и движения, сохраняя вот это вот естественное любопытство и свободу, то тогда, ну, мы снова выходим в свободу, а понятие свободы, оно неотделимо от удовольствия и радости. Потому что вот чем работа отличается от отдыха? Вот тебе это удовольствие и радость, а отдых это надо что-нибудь придумать, чем заняться, там, гуляки всякие возникают. То есть, на самом деле, вот в отдыхе мы же тоже что-то делаем. То есть, в работе мы делаем то, что должны, а в отдыхе мы делаем то, что хотим. Но и там это действие. То есть, это действие. Ситуация, когда мы просто лежим как трупы, ну, это не отдых, это означает просто ты оттекаешь, ну, отходишь от внутреннего перенапряга, что ты делал то, что тебе не хотелось там и так далее. Но самое большое удовольствие и радость мы получаем в отдыхе тогда, когда что-то делаем. Ну, делаем то, что нам нравится делать, то, что нам хочется делать. Вот. Вот такие три принципа. Четвертый принцип, это принцип, вот я еще понял такую штуку, это принцип так называемого, ну, включенной ответственности, включенного круга, то есть включенного круга. Принцип включенного круга или включенного круга ответственности. Он подразумевает под собой, что вся ситуация, если мы говорим в принципе про систему, всегда находится в поле ответственности человека. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, что если мы говорим про капитана, то вот каждая ситуация, она подразумевает, каждая ситуация, как бы она ни развивалась, всегда есть человек, который понимает целостность того, что происходит. Соответственно, этот человек, находясь, поняв в позиции целостности, он же не находится в позиции максимальной ответственности относительно этой ситуации. Что такое ответственность? Ответственность означает, что человек принимает решение и действия, несмотря на то, что бы ни происходило. То есть, что бы ни происходило снаружи, он все равно делает какое-то действие. Что бы ни происходило снаружи, он все равно делает какое-то действие, направленное на, ну, на какой-то результат в конечном итоге. Я сейчас все по ходу дела сочиняю. Хорошо. А что имелось в виду включенный круг? И включенный круг – это что такое? Включенный круг – это вот что. Там есть кнопка, который нужно включить, и будет круг. Включенный круг – это вот что. То есть
Если вот это капитан, то нарисуем вот круг ответственности вот таким вот образом. То есть, что бы ни происходило внутри проекта, то есть вот она ответственность. Если мы говорим про деньги, ну, всегда, то есть есть человек, который есть то, на кого направлена деятельность команды. То есть есть, ну, понятие клиента. Есть на кого направлено, соответственно, именно вот этот человек платит деньги. И понятно, что он платит деньги за что-то, что он получает, ну, и это то, что он получает, меньше, чем стоимость денег, которую он отдает. То есть ему в удовольствие. Вот это можно назвать здесь идеальный, это благодарственный платеж. Самый идеальный это благодарственный платеж. То есть человек платит деньги как благодарность за то, что он получает. И тогда, если мы говорим о капитане, ну снова про включенную, есть как бы вот совокупность действий, которая приводит к этому результату. И он отвечает, то есть капитан отвечает за все, что здесь внутри происходит. А отвечает своей целостностью. То есть что такое отвечает? Отвечает, что бы ни происходило, он генерит следующее решение. О его способность это принимать решение, генерить следующее решение. И если есть команда, то фактически это выглядит таким образом. То есть внутри этого круга члены команды разделяют эту ответственность на сектора. Внутри могут быть свои, соответственно, сектора. Внутри могут быть свои сектора. И здесь происходит следующее. Капитан своей целостностью и пониманием создает проект, отвечает за него и внутри этого проекта дает возможность для самореализации членам команды. И какой происходит взаимообмен? Какой происходит честный обмен? А обмен происходит такой. Члены команды понимают, что им дается возможность получить что-то для себя в рамках этого проекта. И понимают, что они получают возможность, а отдают, собственно говоря, свое движение. То есть они отдают движение, ну, отдают какую-либо работу. Пример, ну самый такой простой пример. Возьмем дизайнера. Есть проект, в котором нужно сделать красивую картинку. И есть человек, который самореализуется, то есть для него в удовольствие делать картинки. И тогда человек, входящий в эту команду, делает эту картинку, то есть он бы не сделал эту картинку, если бы его никто об этом не попросил. То есть и тогда капитан предоставляет возможность сделать эту картинку. И поэтому накладывает на эту возможность определенные условия. Картинка такая, 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 такая. То есть для человека здесь это вопрос самореализации, нарисовать эту картинку. И он самовыражается через эту картинку. И таким образом происходит вот этот вот честный обмен. Капитан дает возможность члену команды получить задачку и цель. А сотрудник или член команды дает возможность капитану сдвинуться, ну, содержать целостность всего проекта. Я понятно сказал? То есть происходит обмен возможностями. Потому что, ну, вы понимаете, что любой проект не сдохнет, если там ничего не делают. Сдохнет, если то, что там делают, не системно. То есть команда может делать много действий, но если совокупность этих действий не направлена на конечный результат, в конечном итоге на благополучателя, на клиента, на человека, который это возьмет и скажет спасибо в любом виде и форме, ну как бы и в денежной, и в любой виде и форме. Это и есть бизнес-модель. Это и есть бизнес-модель. Но. Есть прибыль, есть бизнес, можно руководить. Но мы стартанули с игры. Ну, игра прикольная. Вот. Ну, а на выходе как получилось. Это бизнес. Ну, в том смысле бизнес, что в нем есть деньги, есть клиенты, есть команда. Потому что, если мы говорим про свободу, вот
очень не хочется находиться в ситуации, когда есть кто-то, который оценивает тебя и по оценке тебя дает тебе деньги. Это не свобода, это зависимость. А что такое свобода? Свобода — это означает, что моя деятельность приносит такой результат, за который другой человек говорит мне спасибо деньгами, давая свой, ну, как бы деньги, ресурс. Что такое деньги? Это ресурс, ну, ресурс для развития. И вот тогда я свободен. Ну, я не знаю, получилось ли мне вас запутать совершенно и окончательно. Я очень старался практически. То есть, такой вопрос про преемственность, да. Вот в этой схеме. То получается, что вот внутри этого большого круга есть маленькие круги, да? Да. И вот, собственно, эта функция, допустим, функция дизайнера, она всегда нужна, да, выполнять ее один или другой, да, человек. Да. И получается, что очень важна еще и преемственность. Если один человек, как ты говоришь, выключился, да, да, то он бы оставил, как бы, возможность передать все, что он сделал, то есть преемственность, да, следующему, да, человеку, да? Да. Да, ну, то есть, как бы, вот здесь, и, кстати говоря, вот это то, что ты сейчас проговорила, такой важный пункт пятый, это системная коммуникация. Системная коммуникация. Коммуникация. Имею в виду системная коммуникация, в которой включает в себя базу знаний, то есть накопление всего того, что здесь происходит в проекте. А если мне захотят передать, ну, накопление дизайнера, я не смогу их принять. Я не дизайнер. Нет, это по своим желаниям. Здесь же все по своему желанию можешь взять это. Нельзя. Конечно. Нет, если не найдешь такого человека, который будет. Значит, место пустое. Когда есть капитан, то есть, как бы, если какая-то функция здесь выпадает, значит, капитан меняет суть проекта. То есть меняется суть, не ищется человек. Ну, то есть там вариантов, как бы, масса все равно. Ну ладно, спасибо большое. А что было полезным для тебя? Да, что было ценным для меня? Хотел вопрос или просто высказаться? А время у нас, видите? Ну, я, честно говоря, вот выплеснул то, что у меня, как бы, вот прям, ну, зрело, что ли, вот прям зрело внутри. Ну, зреет, продолжает зреть, я все время об этом думаю. И я сейчас, ну, ценным было, что я попробовал использовать понятие игры, я никогда не заходил в понятие игры, объясняя вот так, все время говорил про одно и то же. Но вот через игру я, как бы, по-другому. И интересно, что вот эти принципы, ну, вот они вот сами сформулировались по ходу дела, то есть, вот. И, то есть, ценным было для меня то, что мне показалось, что мне получилось донести суть, ну, простыми словами, того, что я делаю или ищу. В прошлый раз, когда я слышал, это выглядело как секта, а сейчас как коммунизм. Историк оценивает. Нет, какие-то странные ощущения. То лучше. Я не знаю, честно говоря. И секта хорошая, и коммунизм. Мне в прошлый раз нравилось, сейчас нравится. Ну, в общем, суть одна. И там суть одна. Поиск продолжается, и вот это мне, собственно говоря, интересно. Спасибо вам за такие внимательные вопросы.